Тюменской области продолжает лечение два человека, у которых подтвердился коронавирус. Врачи круглосуточно ведут за ними наблюдение, оценивают состояние пациентов как стабильное. Несмотря на то, что новых случаев заражения коронавирусом в нашем регионе нет, власти готовятся закрыть в Тюмени ночные клубы и кинотеатры. Это поручение правительства России, оно касается всех субъектов страны. Об этом сегодня сообщила замгубернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских. Решение правительства Российской Федерации для нас является обязательным. Поэтому сегодня мы готовим документы, сегодня мы готовим соответствующие акты. Как только они будут готовы, вы все о них узнаете. Напомню, накануне в областном центре закрылся первый кинотеатр «Синема Парк». Остальные пока работают. В них введено ограничение. В залы допускают не более 50 зрителей. Кроме того, правительство страны поручило регионам временно закрыть и другие развлекательные заведения. Решение опубликовали на сайте Кабмина по итогам заседания оперативного штаба. Также субъектам поручили запретить курение кальянов и в барах, кафе и ресторанах.